Добрый день, здравствуйте. Мы находимся на New Retail Forum 2019. Антон, скажите, пожалуйста, какие ваши общие впечатления, ожидания данного мероприятия? Ну, вы знаете, ощущения у меня такие. Я, на самом деле, в e-commerce, в омниканальном ритейле достаточно давно, там, с начала 2000-х. И вот есть такая, знаете, классическая S-образная кривая развития новых технологий. И у нее есть этап, когда она медленно разгоняется, а потом разгоняется очень быстро перед тем, как выйти на какую-то асимптоту. Вот у меня от этого мероприятия, да, ощущения такие, что мы находимся как раз в самом центре вот этого быстрого разгона, да, что все новые технологии уже, с одной стороны, становятся общеупотребимыми и входят как бы в обычную жизнь, да, но, с другой стороны, еще не закоснели, и все время появляется что-то новое интересное. Поэтому впечатления самые положительные. Антон, скажи, пожалуйста, а ожидаете какое-то выступление конкретно, какую-то тему, которая будет затронута на этом форуме? Ну, вы знаете, как бы тут все выступления, наверное, они очень как бы интересные, да? Понятно, что основные вот как бы трендовые темы — это вот все, что связано с цифровизацией, омниканальностью и так далее, да? Ну, лично мне сейчас там меньше интересен там маркетинг, продажи, персонализация в области как бы маркетинга. Больше интересны всякие инструменты управления розницей. Вот, поэтому, ну и на эту тему докладов достаточно много. Поэтому я тут как бы похожу по залам, тут много чего интересного. Да. Спасибо большое. Вернемся со следующим гостем буквально через несколько минут. Не переключайтесь.